Выйдите один человек. Доброй охоты. Блять, я уже в села спехнулся. Ёлки-палки, это камень тратится. Все, 4 же ловушки, да? А, вроде. Так, мне ошибаюсь, я спекаться, да, получается? Да нет, ты хиле. Ты же там. Войт не хочет заходить на декал. Будем страдать. Так. Просто так бы мы шли, блядь, в 2 хила и вообще бы в хуй не дули. А так там нет, придется я, еще... я могу в холика прыгнуть, в принципе, там... Ну а так нам придется на каких-то боссов, блядь, в 3 хила страдать. Потому что синтеку надо будет в любом случае. Типа нам на этом на профе нужен будет один хурестер друид. Короче, пиздец. Сами себе проблемы создаем. Давай я прыгну в этого а трэш чистите, я отойду на минут 10. Собака как эти просится. Все, пойдем все тут, кроме одного мага. Кстати, Биг Дэм, а вот если брать протовара, ты ему что оставлял нонсетом? Грудак или голову? Вообще плохо. Чё есть, то и одеваешь, короче. А мастерка где 56, да? Нет, 47. Этого достаточно. Я же не танчу, не МТшу, я офтанком обычно играю. Ну, если в рейде. 7, дальше нужно 56, да, где-то там? Ну, вообще, да, 56 было бы приятнее. У меня есть чем набрать 56, я просто давно уже не заморачиваюсь с танком. У меня там шмотки есть, у меня уже все повыбивало, что может. 56 можно набрать, там потеряю 500 хп, наберу 7 мастерства 56. Вот. У меня вообще, по идее, бы грудак лучше бы взять, а голову оставить на блокирование щитом. Но блокирования мало сильно, поэтому я просто выкинул блокирование, оставил это. Мастерство уклонения. Роль особо не играет. Хуль там блока? Сколько там блока стоит? Защита. Блок. 2000 блока, блядь, это вообще ни о чем. Нету шанса блока 21%. Ну и шапка дает 2. Будет не 2000, а 2200 будет, но ох, лучше мастерство за место этого взять 78. Воина, что получается, в приоре же идет парирование, да, как бы? Чем уклонение? Вообще не заморачиваюсь по этому поводу. Вот ты одеваешь вещь, ты камни в любом случае будешь все стамины, ну, выносливость вставлять, потому что это Сирус. Здесь вот все правила, ну, ОК не работают, нихуя, блядь. Есть своя математика. Камни-то нехуй будешь проверить все выносливости. Просто нет, просто я смотрел, что при прожимке уклонение, то есть по факту уже уклонение дает тебе какой-то кап защиты.
ты прожимки там уклонения на 1000 даже, оно тебе вообще не добавляет никакого хп. Тебе прожимки нужны на хп, то есть хп и абсорб. Вот самое вот, например, вот ключ, да, заебись прожимку. Вот у меня это сердце. Жизненная сила владыки мира, вот с эвакатринки, это хорошая прожимка. Ну, она слабая, но пойдет. Здесь хп лишних не бывает. А вообще в идеале клыксин драгоса вылить, вот заебись. Кружку можно, она просто хп дает дохуя. Ну, кружка с этого с хмельного фестиваля была, которая. Ну, она у меня есть. Нет, ну, короче, у меня есть этот с ТГшки. Как-то зеркало их, ну, это блок абсурд дает. Потом у меня еще сердце есть и кружка. Что за сердце? Сердце Снайгорна. Я не знаю, что оно дает. У меня нету такого. Оно дает что-то 790. Стамина. Да, на 40 секунд. Магрин, сейчас я пока отойду в туалет. Так, что получается? 600, около 800 выносливости на 40 секунд. То есть у меня было 40 хп, 40 хп стало 58, что ли, 59 под фулбафами. Вот сейчас уже, видишь, сейчас довольно похуй. Например, когда было, вот когда еще Махтеридон был не занерфлен, да, например, я на Махтеридоне не мог танчить в Т4, потому что меня просто шотало. У меня в Т4 было хп там 59 тысяч, а в Т10 было там 62-63 под бафами, 64. То есть, и плюс там в Т10 была прожимка, которая тебе давала абсорбы там сколько-то, по-моему. Ну, там типа прожимка сколько? Не помню, что там сейчас. Просто там, когда нажимаешь кровавую ярость, на тебя там щиток вешается. Ты же 12-13. А, да, 30% от имеющегося хп, я знаю. У меня стоит на нем. Каких-то боссов танчил в этом... в Т10. Вот этого медведя я танчил тоже в Т10, потому что в Т10 у меня армора было почти на 10 тысяч больше, чем в Т4. Но Т4 по статам вообще сильно проигрывает Т10. Но массейв это сильная хуйня. Если ты утешишь, вообще похуй, собираешь Т4, любые статы, и просто бегаешь, машиной нажимаешь, и все, и твоя задача выполнена. Если МТ, там уже надо подбирать. У меня там 3 билда на 56 мастерства было, full армор, где у меня армора было почти под 40 тысяч. Большие. Сейчас просто всех одному подбил, чтобы не менять спики. Сейчас армора 29, вот, например, если одеть Т10 у меня 32 тысячи армора, то есть в Т4 29, а в Т10 32. И это нету шмоток, которые ты просто уже плащ стоит без брони. Это шея стоит без брони и запа без брони, потому что, ну, я мастерство подбивал. Вот у меня в Т10 57% мастерства, а в Т4 49 всего. То есть, если в Т10 я условно говоря танчу, у меня... А нахуя тогда ты мне достанешь мастерство? Чё говоришь? Не-не. Не тебе. Вот, и сейчас у меня плюс-минус одно и то же. Но если вот у меня, говорю, сейчас у меня вот и так, даже с учетом того, что шмот помененный, да, уже там переделанный, брони на 3000 больше. А было вот у меня 36 тысяч брони, у меня было в Т10, а не 50. Вот. Но мастерства не было 57%. То есть, по сути дела, я могу импешить на вар, он 265 вар, я могу спокойно импешить. Но у меня не будет массы вар, но для себя у меня дохуя прожимок. А в 4Т4 там бегаешь на 4 левела меньше. Потому что Т4 надо токены выбивать, а не охота. Понятненько. Да, это от агробора зависит. То есть, если у тебя мастерство есть, ты все тычки попадаешь. А так одна парируется, увар и так сыграл не очень хорошо. Одна парируется и еще хуже ставит. А так ты просто ебашишь на все бабки. Босс вообще не уклоняется от твоих атак. Сколько нужно, чтобы в бок не мазать? Чтобы в бок не мазать? Хуй знает. На 26%, чтобы уклонение не проходило. Это вот для всех миличников, потому что они въебало. Но чтобы в спину бить, надо 26%. Ну, далеко не всегда в спину именно ровно дамажит. Ну, в бок это почти ебало считается. Вот ты синдру в бок бьешь, нахуй у тебя парирование летят там, нахуй, что есть мощи просто.
А вот такой тоже вопрос по поводу армсваров уже. Есть такое темнение, ну где-то читал, что если не собирать себе кап мастерки, то превосходство будет чаще прокать. Типа такая фигня. Залупа ебаная, это не про Сирус, опять же, это про обычный ЛК, там где армс он в принципе был неиграбельный, но как экспериментальный спек его делали, там кто-то там какой-то ДПС давал, но Фурик все равно давал больше, ну значительно больше, чем армс. Это потому что Фурик РПБ больше? Там просто у армса потолок, но там 16 тысяч, да, вапнул там целка, 16-17, не больше. Форика 20 с копейкой, конечно, было, да. И вот я не понял немножко по Т4 у армса, тут сказано, что там у него на вихрь идет, сейчас скажу, типа, пассивный увеличит урон от способности вихрь и вихрь клинков. То есть, получается, есть будет смысл тогда в Т4 на армса было качать вихрь клинков. А зачем, я немножко не понимаю. Где, в смысле, сейчас имеешь в виду? Ну вот, да, в Т4, типа, у него на 20% от вашей силы атаки увеличивает пассивные способности вихрь и вихрь клинков. Типа, я глянул, вихрь клинков, это, получается, его, ну, назовем так, ультимейт, а вихрь — это вообще фури же ветка. Ну, вихрь клинков, это есть, просто Details пишет вихрь, потому что хуй знает, как-то неправильно отображается вообще, это вихрь клинков там отображается. То есть вихрь клинков — это вторая по урону способность. Если ты есть на боссе какой-то трэш, то это первая по урону способность. Сейчас чисто трэш заливаешь и все, да? Да почему? Армс дамажит, но это чисто, знаешь, спек, вот, например, вот у меня он, если есть в рейде фурик, да, там, либо там код какой-то, я могу в армса спекнуть, чтобы 4% рейду давать, если вот я этого сделал. ДПС там чуть-чуть поменьше, потому что у меня шмот еще не дособранный нормальный. А так, ну, на общем фоне он особо не изменяется. В 4% нивелируют там мои там 2000 ДПС, которые меньше в армсе, чем в фурике. Это поебать. Да, а так аллес заебись. В армсе сейчас надо 18% мастерства, а крита надо хотя бы 43-44% иметь, чтобы тебя под рейдбафом убил полтинник. Я вам морковь достану. Чтобы у тебя повар критовал. А мы этого айда заберите на... А, все. А вот это то, что типа про... Стоишь под ебалом, нахуй, и там бьешь поварами в ебало, чтобы они чаще прокали. У тебя Т4 бонус дает. Ты ударяешь морталом, у тебя дает 2 уже прока повара. Плюс у тебя кровотечение висит, которое дополнительно дает еще прок. Вот если у тебя все это будет, ты не будешь проебывать кровотечение и не будешь промахиваться морталами, то у тебя, ну, по сути дела, у тебя дырок в ротации нет. Ты постоянно хуяришь поварами, потому что, ну, Т4 так дает. И все. А если ты будешь стоять под ебалом, ну, ты и не будет мастерства. Просто ты иногда можешь, там у тебя прокнет какой-нибудь, условно говоря, повар, ты его нажмешь, или у тебя не будет капа, да, чтобы ты сзади у тебя пролетит какое-нибудь уклонение, блядь, ты его нажмешь. Ну, помимо этого, тебе еще надо будет символ ставить, чтобы у тебя на парирование реагировало, это вся хуйня. Это минус один символ уже, блядь. Ну, он у тебя прокнет, а потом, например, следующий удар ты просто морталом парируешь, нахуй, ты стоишь, блядь, 5 секунд АФК без нанесения урона какого-либо. Тебе нечем бить. То есть там задача, чтобы у тебя мортал не промахнулся. Если он у тебя промахнется, парируется, там, блокируется, что угодно, все, пиздец. 5 секунд без ДПСа. Рагу проебал, тоже стоишь, нахуй, секунды 3 без ДПСа. Ну, дохуя такой спек. Кнопки. Лишние нажимать нельзя. Героик лишний въебал, например. Например, бывает, я могу перед БШ нажать героик, чтобы когда БШ кручу, короче, он в БШ прожался. И бывает, что под конец атаки даешь, и героик нажимается быстрее, чем БШ, начинаешь крутить, у тебя на БШ уже раки не хватает. И ты стоишь еще 1.5 секунды, ждешь до следующей атаки, чтобы у тебя появилась ярость, чтобы БШ покрутить. Ты прям, ну, 3 секунды потеря ДПС. То есть, если вот эти вот все мелочи исключить, то у армса такое довольно... Вопрос, я забыл, а кого мы ждем? Бенслина. Ну, мага ждем, он что-то там собаку пошел какую-то кармить. Или... Выгуливать. А вот Фурика, мастерка собирается чисто с этого, со шмота, или придется камни еще накидать? Ну, смотря какой у тебя шмот, можешь и камнями набирать. Я вот ходил до этого, у меня пояса не было, у меня стояло... 2 камня, один на 30 мастерства, второй на 15 мастерства, 15 меткости. Потом пояс выбил и поставил только... А, ну, до сих пор у меня и стояли они
эти камни, в любом случае. Там просто, если ты, например, у тебя есть штаны, и ты выбиваешь синглору, гер, то у тебя автоматически кап набирается, тебе же не надо заморачиваться там камнями. Там уж один поставишь на 15, если на то. Но пояс ТТГ, видишь, еще такое. Пойду, короче, морковь поищу, пацаны. Короче, с поясом с ТТГ там получается тебе надо будет ставить, если у тебя есть пояс с ТТГ и у тебя есть штаны Т4, тебе надо поставить будет 1 на 30 мастерства и 1 на 15 мастерства. Ну, то есть 45 мастерства где-то добрать. Ну, либо шею, например, с ланой, с мастерством. Она ну, вот у слава. Меня этот, по поводу оружия, у меня фурик бегает с... Этот молот Нару и Ромалдини топорчик. Да. Ну, он же дает топор мастерство, этот Ромалдини. Да. Ну, вот. И если его два взять, как бы для начала. Ну, два такое лучше ставить молот Нару. Ромалдини в правую руку, а молот в левую руку, потому что он послабее. Так-то, да. Ну, вот у тебя это мастерство как раз оно и добивается. Если у тебя есть штаны пуха. Ну, с учетом того, что Ромалдини, если он с обычки, он там не так много мастерства дает. И штаны там, если 245-й. Ну, у меня штаны, у меня получается сет 2Т10 на воина. Штаны и... Сейчас скажу, что еще штаны и... О, господи. Груда... А, штаны плечом. Вот. Получается, штаны мастерство дают и плечо дают. А, нет, там ПБ. А что, воин у нас не добежал еще, а он бежит? Вот, получается, мне штаны дают 8 из мастерки на фурика. Можно кулак порога вместо каски? Я на АП крикну. Нельзя, хавычу дают. Okay. Синтек. Вот такая штука никому не нужна, я в рейд линканул. Просто если что, я распылю ее. Мне не нужно. А так Чейсеру мог бы дать. Чейсеру Шектору. Помимо то, что такие есть. На блокера роги можешь. А блокер не работает. Ну ладно, что-то я пылю его нафиг. Чё, кто в рейнже стоит справа? Войт и Бен Стиллер, наверное. Окей. Подрайтесь там. Там сами можно две совы вообще поставить. Чё, у нас все готовы? Да. Ярус. Блять, накроет этот мир волной смерти. А чё там, второй танк подойдет? Нет, где он есть? Синтег, брат. Синтег, брат. Синтег, брат, меня убьют же нахуй. Я живой, я не могу. Сейчас. Меня снимите, меня снимите. Я прожался, блядь. Синтек, блядь. Синтек, сука. Ты где, блядь? Падла. Живи, хилься, живи, я тебе что-нибудь дам сейчас. Шип. Ебаная скотина, нахуй, ушел АФК. Сейчас будет вихрь. Ага, вот он, синтек, который у двери стоит, блядь. Там это, смотрите, он сейчас будет между дверью летать мной. Тип, разбейте. Туда, к двери не подходите просто. Я вот сюда его уведу. Там это... Все, сейчас сюда, я его в центр потащу. Давай сюда иди. Синтек, ну ты же пришел по-любому уже, да, нахуй? Я прожался, блядь, ШВ нажал, не знаю, ты живой, нет? Блядь. Вот животное, блядь, а. Шектор, блядь, быстрее, быстрее, блядь, а то я умру, нахуй. Я похилил. Блядь, 60 секунд. Приз, зайди в хитбокс. Да, 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 сейчас. Шип сейчас будет. Шип, да, на животном. Да,
Получается, в 9 тел одного можно вагона добрать с ОПГ. Шип разбейте, РДД шип. Да, можно. Там это, в РДД шип, да. Можно вагоны, я, может, на маком зайду на этого, на 40. Короче, у тебя еще же это, сейвы есть? А, да, ключик есть. Все, короче, ключ, пот... ключ потратишь, так это скажи мне. Массакру там нажмите, чтобы все хуйня. Я на тебя этот, крылья дам. Хоть какая-то от него польза, на него босс летает вообще. Как зайдет, плюньте у него. Тем рейдом. Сейчас ложится, сука, еще я... Ты 4 дал щит. Я ключ отдал, ага. Все, давай, следующий этот. Ну, еще шевелость. Там шип убейте, а на синтеке. Он на синтеке. Да хотя похуй на него, блять, меня главное прохилить. Крыль сдал. Я ШВ еще отдал. 10%. Сакра еще ушла. Да хуя отдали. Ладно. Да. 800 тысяч. Меня похилите, пардаунт. Ебашт. Я последний, короче, свой самый бичевский сейф отдаю. Если да, честно, ракеты. Я тысячу сдал. Блять. ДС. А чё, мы так? Кубиком всё хуярим? Ну, ДС, мне. Синтек без лута остался. О, блин. Жорик, не видели. Сейчас, штаны там кому там в шатуран. Пояс. Распылять. Ой, спойлер какой? 251? 264. Ну, на тебе пояс, на тебе штаны. Мордаун тут всё стынул, кому что надо, ему напишет, спирать. 78. Синтек, блядь. 22 пояс, помойка. А что за прикол? Пиво пошел, пить стопудово, ну, где блин, с пацанами, на. Хотя... И пацаны там, с девочками пошел, наверное. Ну, блядь, с девочками тоже неплохо пиво пить. Ну, лучше с девочками бить не пиво. Я, говорит, так с женой познакомился. Ну, блин. Я не ожидал. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Надо подождать. Пиздец. И наркоман. Оп, там кого-то проебали. Аккуратнее. Аккуратней, помощник. А, забыл про него. Кольцо привестника. На боешка. Здесь. О, синтек вернулся. Мне синтек, даже как вы убили босса. Синтек, чё, как дела? Мы договорились заменить тебя на пуга. В огонь. Да. Нормально, я вот это, морковку нашел. Давай разролим кольцо. Потом. Что ты с ней делал? С морковкой. Сосал морковку. Да мне это, на еду приготовить. Девочки сказали, короче, либо я ее... Или это так называется, да? Либо они найдут и засунут ее в меня, поэтому я нашел быстрее. Хотел бы, чтобы в тебя засунули морковку.
Нет, конечно. Поэтому я пошел искать морковь. А как вы, блядь, босса убили? В одного танка, блядь, сука, стропали. Боже, помощью! Блядь, морковка. Пока там вы определяли, куда тебе морковку засунуть, блядь. Чё? А я-то, блядь, чё? Блядь, мы будем гречку готовить, понимаешь? Ну что, давай, ты это, ты тут, всё, блядь. Я тут. Сейчас у меня есть денег, хочешь? Блядь, пиздец. Всё, давай, Справа же трэш появляется. Да, слева. Точно так, слева. Я не знаю, с какой стороны у тебя право, с какой лево, поэтому. Фанатика забирай, этого похуй вообще. Как он переродился. Реклек поставь, пират. Да раз, блин, да. Козел. Ой, хуй, как это контролится? Я тебя гаргу убил. Спасибо. Не за что. Красавчик, ну. Блять, трэш вышел, я про него забыл, прикинь. Хорош. Пойдет. Сейчас каст кликну. Ебалом не поворачивай фанатика крейда, пожалуйста. Это убьет кого-нибудь. Хурюка контролить. У нее там скорость. Шектор убили. Ну, шектор давай синтек реснешь, ага. Стало, дали. И инер по нему сразу взять. Сейчас. Давайте, нахуй. Поднажмите, блядь, 5 секунд. Нихуя. Стопайте, сейчас трэш ёбнем, потом пойдем это переведем уже. Из лужи выходите, блядь, чтобы не убило вас. То лужа там больно. Рогу не убейте, рогу спонтируйте. Дизарм, сука, дал, блядь. Я тебя запомнил. Сейчас это, на меня первый на пол, я первый беру танчик, потом на синтек. Синтек агро набирай, старайся. На пол давай на меня. Ну, у тебя КД, я понял, на меня давай. Ну и все, за духа не смотрите, там моба сразу убивайте просто-напросто и все. Там хурюка, если что, вы можешь под босса гриппать, духов, блядь, не лопайте, только пожалуйста. Смотри, дух под боссом прям, все, ушел в другую сторону, похуй. Блядь. Домашний. Курика контролите, чтобы не убил никого. Все три духи появились. Под босса идет дух. Сиджу. На меня, скорее всего, идет. Я убежал. Сейчас напуливание синтека, напуливание синтека. Моб. Так, моба сразу все развернулись и бейте. Лестница дух. Спирит. Ты сейчас на пол откатится на меня на пуле. Ой, мардаун-то. Мардаун-то за контроль. Все, на пол по мне давай. Ману, срочно. Спирит. Все, я стенер могу. По магу сальву дайте. И по вайду. Или маг сам скинет, по вайду сальву. Сейчас, короче, на вайда пойдет. А, нет, на меня. Все, заебись.
контроль шамана. Там дух идет в мирозону. На все воля господина. Ваша смерть. Хорошо. Так, а чё? Так, а можно я на этого, на... А кому-то нужна труба с кораблей? Да. Да. Кому? Нет, кому да он-то... Мне. Ебать, блядь, крысу. Понятно. Вы чарофлите на успех трубу брать? Какой успех? На моем вообще. Говорю. Я говорю. Нет, ты понятно, ты магом хочешь или что? Да-да-да, я хотел магом. Ну, у меня мейн спек скоро. Там челы два говорят на офспеке. Злобного есть, мордаун хочет на офспек и синтек да. На офспек. Я тоже я на мишку. Ну, типа, мне тут ничего не надо. На хила мне тоже тут ничего не надо. На вара тоже тут ничего не надо. Только мне труба нужна. Мне вообще любая тринка нужна. Дамажащая. Ну, понятно, ладно. Бери кондёр. А не падает кондёр уже 10 тысяч лет, ведь я уже психуйствую. Я. А шея нужна кому-то с этого... С... сока? Сурфа? Да. Ну, да. Понятно. Вот, пока труба нужна, больше ничего. Тебе ну, понятно. И с поста пост. Как багруха. Бегу знает, наверное. Ну, если, блядь. Тоже да. На собой острова делаю. Не, спасибо. Ну, если в ДД буду. Если в ДД буду здесь прохилить, на этом корабле меня их будут разбить. Ну, постараюсь, конечно. У меня мана кончится быстрее, чем я чихну. Да, нет, там трэш будет быстро умирать. Ладно, хорошо. Скоро стрелял. Так, все, ранец сейчас возьму. А, блядь, внутри ранец взять. Ух. Готово у нас. Все, запустил. Воспрянься, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Кортрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Надеюсь, я достану. 4, 3, 2, 1. Ну вот, типа вот и весь трэш, блядь. Сейчас маг будет, прыгайте остальное, давайте. Блядь, злобный, как ты умер, ну? У меня с пушки сразу вниз выкинуло. Назад не смог залететь.
пушку, сядьте кто-нибудь тут. Я вылез, сядьте кто-нибудь в пушку, сейчас трэш появится. Блять, перепрыгните кто-нибудь, сядьте в пушку, а умоляю, кто там есть? Сиджу, Вадикон могут в пушку. Вадикон и так в пушку. Я в пушке. Пусть Сиджу сядет. Мак прыгнул. Сколько стак держит? Смотри по себе. Вообще, по идее, когда... Мы обычно каждый раз перепрыгиваем. Тебя особо не пробивает, главное, чтобы тебя не убило. И еще там крылья сюда в зам. Только скажи. Мага убивайте. Да, мага это убивайте, потом перелети с кем стаки, чтобы это. Ладно. И все, улетайте тогда. Пошат тренер закиньте, если есть. Хотя там 4% вообще это блин. Можете уже возвращаться обратно на корабль. Бля, кажется, я убил кого-то. Опа. Нет, убил. Где будет? Что вы добьете 1%, ебаный в рот? Сука. Блять, вы чё, да. Рофлите, вы что? Вы чё, блять, прикололись? Бейте нахуй. Мага нахуй. Мага добейте просто, блять, как-нибудь нахуй. Ладно, я Мурадина забрал. Забрал. Пизду, вы в натуре угораете, блядь. Чё, дотикают доты там какие-нибудь? 1%, блядь. Ой, блядь, блин, прыгни какую-нибудь кассу, да, да, да. Кинь, нахуй. Сядьте в пушку. Я сяду. Где? А, нет, я сел. Всё. Ебать, в натуре мультики, нахуй. Это самый ненужный трэш. На тоненького. Я видел. Да тут, блядь. Ультра тоненький. Да.
Возьмем масрез. Что же делает? Это же масрез. Седжи, ты тут? Здесь, да? Ага, трубы нет, да? Блять, мне вот на ДК вот это кольцо нужно, так. Капец. Думаю, ДК идти. Нет, колдун. Топор нужен кому-то? Но ты можешь что-то забирать, если ты его будешь носить. Он для меня он проходной. Гнев и... Где-то это уже видел, слушайте. Тот чел, кто тоже гнев был, и он то колун себе забирал. Так, а что с этого падает? Там падает, нахуй, сапог охуенный. Один. Нужно этого босса на мага сойду. Левый или правый? Сапог. Да хуй знает, какой из них левый или правый. Да. Я даже Дискорд такого не выдержал. Чего? Ну, 1% остался, я такой, ебать, у меня Дискорд улетает. А как ты умер вообще? Не прохил, там, я не знаю, 50 стаков было. Он мне, мне тычку дал, я... Сдох. Так я вообще там сказал, что улетайте уже с корабля и на наш уходить, потому что уйти должен был, а ты сдох какого-то. Нет, он меня рассекающий ударил на 50 тысяч. Потом через полторы секунды еще один. Готовность. О, мордаун. Скажите, как мордаун тут будет? Да, все, куда я. Сальта будешь постоянно. Та-та-та. Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Блять, только что. Присоединись ко мне, отец. Береги мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля лича. Первые четыре босса такие внутренние вот. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь там трэш ушел, он сейчас поубивает РГДшник. Блять. Я же говорю, он поубивает, блядь. Ну, игнорируйте трэш. Особенно на лишнике.
Не дали, войду подамажить. Чтобы эрнить его. Возможности. Сейчас опять будет трэш, синтек, готовься забирать нас. Или... Ой, блядь. Давайте на сорфанге вейкнемся. Короче, Войда поднял. Пать погибал. Через 10 секунд опять трэш будет. Сразу уехал какой-нибудь по нему, все. Ну, в смысле, я про синтека. О, шея. О, сука. Шея. Видишь? О, топор. Хотел же на мага зайти. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои. Ладно, блядь. Я смотрю, я волшебник. Можете так? Хуя. Можно просто пробежать было. Танчик, да, нормально. Блять, синтек сюда, дай ему подойти.
Бля, сумка твоя упал. Чё, блядь, ты танчил, агро у тебя сорвали, я переагрил. Да? Да. Я думал, ты у меня станчил. Не спал? Вижу. Не спал, оглушение было. Блять, ловушки. Ловушка. Хорош. Я ж испугался. Ебать. Один рон. Че, мы успеем перевести одного танка? Да? Ну, в два бомб. Хуй знает, как пойдет. Все, все готово. Я буду на счет три раз. Два, три. А сфера как? Одну имели, одну в РДД? Одна в мире, одна в РДД. В РДД вам метку поставил, крупный шок. Ну, смотрите за переменами, которые летят. Гиру давать по откату? А, спору одну несите в мире зону. А, я вниз. Я говорю одну спору в мини-зону. В мини-зону, блять, куда ты убежал нахуй из нее? Я думал, она... я был в мини-зоне, блять. Был там в мини-зоне. Нахер тебе, да. Блять. И чё, ну? Понятно. Я, блять, из-за лампы нифига не вижу. Профил какой-то жесткий. А, у нас Шектора нет. Хорош! Все готовы. Все готовность подтвердили, блять. Мне написано, все готовы. То есть мне, ну, в чате пишут, все готовы, я начинаю бой. Думаю, чё Войт так просаживается? Думаю, блядь, он любой слизь не ловит. Тут вот оно как. Блядь, давайте без отойду, нахуй. Я тоже сейчас пойду чайник поставлю, пойду чай наливать, блядь. Это, вы блядь, реснитесь, реснимите меня, и всё. Затянется Шектор, все. Давай, масрез. Шо, пиздец. Масрез, когда же там? А, нет. Я отойду на минуту, не на 10 минут. Синтек, он пошел с морковкой, блядь, и припал нахуй на 10 минут. Но я не синтек. Мне морковка не нужна. Ах, ну и чё? Мне просто потом еще попросили, короче, гречку принести. Какой-то ёбаный в рот.
Если еще что-то хочешь сказать, я отходился не на трэше, не на боссе. А, да, дисциплины нет в туре. Но это потому что Войд молчит в Дискорде. Как дела там? Да. Пикдем, небось, за чаем ушел. Реал Мадрид, который футбол или что? Ну ладно. Раз в 25 нахуй люди также пропадают, блин, просто войдут, уйдут нахуй на низ. Давай, чё, дам шо 20 раз, чтобы, блядь, не обосраться нахуй, жидко, блядь. Там бафы все дайте, приста бафа нету на мне. Пельмень летит. Куда ты там полетел? Телефон еще звонит. Спора на мне, маленечко поближе подойду. Пельмень там в Мелизану прилетел. И его поймали в Мелизане. Там спор, одна на Робби, одна на Шехтере. Шехтер в РДД. Спора, вынеси в РДД зону спор. Пельмень полетел, смотрите там. РДД зон. Забирай сумки. Массакру дайте там. Пельмен опять на зону нано. Точно не вижу, но по-моему шаман там стоял. Не, это Седжу. Блять, у меня зависло.
штаны хорошие тоже. Дайте на пулы, короче, на друида. У меня игра, короче, походу вылетела. Да, уже убили. А, вы уже убили? Ну, повезло. Тогда я перезахожу. Чё, выпало? Да фетиш вообще параша импункет. Я думал, он, блядь, сильный, но ты за эти 3 секунды успеваешь только одну тычку дать. Это да. Еще заебись, если у тебя прохнет автоатака на эти 3 секунды. И еще от этого, от Т4 прохнет эта вращалка вокруг себя. Тогда получится 3 атаки на автоатак. Одна на верни ПТЕ. Деньги на Новый год, себе что-нибудь купишь, там же опять скидки будут. Как она так делает, блядь? На форум заходишь, в раздел, сейчас скажу. А ты когда его купил? Ну, сезон да, скидок. Когда скидки были. Ну, а я его в октябре купил, я не могу... Обращение к администрации, вот, короче, вот туда надо зайти. Нет, там написано, что те, кто купил там с 18-го, по-моему, что ли. Ну, когда скидки где были, что можно вернуть. Да, с 18-го до 01-го. Ну, то и вернуть, оставить, пусть бонусы выдаются. Сейчас его еще понерфят, вообще парашу будет, блядь, полный. Ну, в АУЕ заебись, то, что он с этого... урона по трэшу тоже по дополнительным целям тоже настраивается. Никто вентиль не нажал, потом нажмешь. Давай, готов. Что за вентиль? Ну это чтобы на профа пойти. Я нажал нет, если что. Чё, кто в каком метке? Похуй. Просто займите. Okay. 4 метки. Если так ты поводишь сферу, я тут босса танчу. Давай лучше босса потанчу. У тебя это лучше выходит. А, ну да, блин. Вообще охуенно выходит. Ну давай. Готовность сейчас. Вы сразу ее снимайте, чтобы она слизень меньше бьет, чем дота кликает. А, мардаун, сейчас сбегитесь там с этим со злобно, чтобы большой слизень. Выбеги из мири, там подбегите немножко, чтобы слизень появился. Я заберу. Все, давайте, ага. Блять, ебаная слизь. Тут пошло. Прохилите, блять, мало. Ладно, сейчас что-нибудь захилимся. Там с малым слизнем сейчас на ком мутация. Бенстилер сейчас подбегай к этому. Большого делайте. Мордаун, тресните. Давайте быстрее. Ну, блядь, сбегитесь вы там, кто сова стоит, какая, блядь, там. Вой. Ну, стоит, блядь, закрашит, ну. Да. С маленьким не подбегай к большому. Не подбегай к большому с маленьким. Вижу, вижу, да-да-да. Жди, пока, блядь, появится большой слизи. Я отражался. Ебаная лужина. Перепаливаешь. Маленького давайте, ну, сводите большой плюс там маленький еще. Ёбаный рот, прохилите. Зачем ты ко мне подбежал? На мне инфекция, нажал ко мне, это
Это хуйня. Там 4 стака. 6% у босса. Что уже другие чего? Зап, меткость. Хороший зап, они с красной дыркой. Че, воет танка? Ну да. Слава богу. Воет в танка, мордан в ШП. Я думал, вдвоем прохилить. Короче, я зайду. Понятно, блядь. Там пожертвование несколько человек. Короче, не буду ничего ставить, никакие метки, как все знаем. Ну ладно, думаю, да. Тут же ничем, наверное, 20-ки не отличается, да, по факту? Да, ничем, только дебаф не вешается, просто все могут быть любого слизи. Сначала убиваем зеленого, потом красный. Соответственно, когда слизи появляется, уходите ближе к столу, вот сюда, ближе к столу. Чтобы, ну, и все в одну кучку, чтобы зеленый до вас нет. С 5 секунд я... Так, дальше. Да. Ну там рыба, если стоит, ешьте рыбу. Я на ап крикнул. Через 4 минуты он пропадет, там, если что. Так, я тебе запутал. Ну все, 24 есть, давай я что-то даю, можно уже пулять, по сути дела. Сейчас я ему наебашу. Если так, ты меня подхилил, не забывай там. А я знаю, что у тебя хп мало. И чтобы рака стаковать еще тоже. Я нахуй 20 тысяч ДПСов уверен лобами. Ну да, машина, она, блядь, много бьет. Ты еще и раскол стакаешь. Ну. Буду пробовать сейчас прыгать. Блять, я забыл шмот переодеть. А че, можно еще раз выпить колбу там? Хуя. Так, по-моему, мы обосрались где-то. Нормально, нормально, нормально. А, хуёво. А, вы перевели, я понял. Да, я тебе говорю. Я понял, ну ладно. Сейчас тогда скажу, что надо стопать урон. И ни у кого же, блядь, в голове, да, не у кого, что надо урон стопать там. Дисциплины нет.
Да, дисциплины нет. ГП не дает, дисциплины нет. И тогда десятку фиг его затащишь. Дальше. И тогда десятку вообще никого не затащишь, если ГП еще там давать. Ну да. Да это больше, блять, это больше, как сказать. Десятка заебись нас. Если РЛ нуб, ни один хил не спасет, запомните. Да, я сам не знал от РЛ, действительно. Ну то, ребек дэм не проносил, он всего 7 минут. Ну да, я не проносил. Так вышло. В натуре каждый виноват, что пошел с каждым из нас. Тут такие же проценты, как 25-ки? Да, 80%. 35. Могу просто... надо. Да я по анонсу. Просто я... Я там это... Некогда мне было, я слизня пиздил. Нет, не лучше. Чё ты до меня доебался с этим программом? Сергей нихуя не знает. Программ, блядь, каждый шаг нам объясняешь. А тут, блядь, люди, которые уже были здесь не раз. И... Нет, я не раз. Идут на похуй плюс похуй. Ну да, типа.